Итак, вроде я нашел туда, куда нам надо. Я только что подбежал к этому месту, и нас немножко проглючило. Триггернуло, так сказать, так что. Что за... Иди вроде сюда. Что это? Где? Где, что, кого, когда? А, ну это бабайка. Это очередная бабайка. Ой, а ты с другом, да? А ты с другом был, я понял. Попади, 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 попади. Попади, попади. Так. Все, хорошо. Жалко, что из них не выпадает лут какой-то. Как-то бессмысленно мы их убиваем. Что за... Да кто, что за... Где? Где кто кого? Во. Что это? Ага, это наш брат, да, походу? Да, это походу наш брат. Ладно, бегим. О, здорово. Ну, надеюсь, что теперь это правильная дорога. Так. Надеюсь, что теперь правильная дорога. Ой, а у меня 5 патрошков всего. Мужчинка, а у нас всего 5 патрошков. Что делать? Понял, муравью ноги приделай, да? Ну тогда бегим. Предлагаю тогда просто бежать. Так. Забить на них и просто бежать. Но других вариантов я не вижу. Но они реально бесконечные. Сколько я с ними тут не... Сражайся, они все не заканчиваются и не заканчиваются. Ах ты, падла. Я только аптечку заюзал, да? Все, до побачення. До побачення. Так, все, просто побежали, наверное, отсюда. Потому что реально, если сейчас мы будем с ними перестреливаться, то еще... Часа на полтора. А я уже хочу дойти до нужного нам места. Что это? Во. Да, это наш, наверное, этот брат. Которого в начале фильма, помните? Мэкнули. А? Возьми два, как говорится. Барабанить будешь. Так, за нами кто-то бежит, я так понимаю. Но я даже оглядываться не буду. Просто бегим. Jesus. Да. Согласен. Так, побежали. Побежали, побежали. Вот я думаю, стоит ли вставлять... предыдущие 15 минут, как я в лесу бегаю, либо с этого момента и начать запись. Ну, чисто продолжение 4 серии. Посмотрим. Либо вставим, либо нет. Кто это? Это белочка. Это белка. Держу в курсе. Такое бывает. Так, а патрошки нам нужны, я смотрю, да? Да. Только не решим мы. Йоу. Это что такое? Фу-фу-фу. Только не решим, мне нужно с тобой. Ты что, издеваешься?
И, наверное, в тебя надо попадать не в само тело, да? А куда-то. А куда-то, наверное, в такие штуки, интересные места. Ой, я могу в дом зайти? Могу ли я зайти в дом? В дом меня не пускает какая-то невидимая стена. Это мне кажется, что мне нужно ему попадать куда-то. Куда-то ему попадать нужно. Ага, да-да-да. Хулиган какой. Какой ты хулиган, я смотрю. Ах ты падла. Ах ты падла. Ребята, у нас патрушки заканчиваются, 18 штучек. Что мы делать будем? Повернись, пожалуйста. Алло, сзади тебя монстр, повернись, пожалуйста. Ну нацелься на него, ребята, он не хочет целиться. Смотри, не работает. Алло. Ира. Ля, все, у меня перестало работать этот. Целится кнопка. У меня перестала кнопка целиться работать. И что мне будет сделать? Не-не-не, отстань, пожалуйста, отстань. Ну я ж. Я тут при чем все. Ну это не я, это серьезно. Это бабусечка наша. Это она тебя сюда посадила. Мне, наверное, реально нужно попадать ему в гриву куда-то, в шарики вот эти вот. Только как это сделать? Только как мне это сделать? Кисни, пожалуйста. Пожалуйста, откисни. 6 патрошков, 6 патрошков. У меня всего 6 патрошков. Так, хорошо. Если бы я еще попадал бы. Все, по нулям. И что мне ему делать? Не, конечно, знаю, что ему можно сделать, но я боюсь, что он мне реально никуда не поместится, ни туда, ни сюда. Так что тут, как говорится, без вариантов. Так. Тут мне кажется, что ему надо реально в эти наросты попадать, да? Да что за хрень-то такая? Это безумие. Откуда что-то по дереву взялась эта штука? Да, жесть. Как оказалось, все гораздо проще. Так, сейчас. Дэниелю едва удалось уцелеть в кошмаре, который творился в лесу. Он оказался на кладбище. И первым делом позвонил Марте, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Так, давай, Марта. Только, пожалуйста, быстро не разговаривай. Кажется, немножко поспокойнее диалог, можно? Так, алло, алло. Марта, сколько мне еще ждать посреди этой помойки? Секундочку. Слушай, я признательна, что ты так заморочилась насчет моего дня рождения, но мне чертовски скучно просто торчать здесь. Спокойнее, почти готово. Клянусь, ты вытащила меня сюда, чтобы... Так, расслабься, чел, позвони, как только найдешь кладбище. Хорошо, продолжу искать. Окей, давай, пошли искать.
Осмотритесь, найдите семейное надгробие. Окей. Давай искать. Так, там что, полиция эти что? Идем сходим, идем посмотрим. Так, не хочется расплавить мне лицо. Нужно как-то найти это, выключить. По-любому сейчас нам колесико, да, искать это вот нужно будет. Так, надо найти способ открыть это. Ладно, давай искать вентиль. Давай искать вентиль. А где мне этот вентиль найти только? Так, меня пока месяц это не интересует. Еще помоечка не интересует, серьезно. Ладно, не хочу копаться в помоечке. Пошли тогда. Пошли тогда сюда. Так, надеюсь, здесь монстров не будет. Так, стопэ. Приблизить. Выйти не то, да? Понимаю, это нам не нужно. Тогда что? Так, хорошо, хоть локация это забором. Обставлено, что я точно не буду... О! Шикарно. Алло-алло. Я нашел кладбище, но пока не понял, как перебраться через ограждение. Все хорошо. Но наверх погляди, у меня для тебя сюрприз. Так, Марта, даже не знаю, что ей сказать. А, вот я. Это обалденно. Спасибо от всей души. Чего ты так расчувствовался, малыш? Рада, что тебе понравилось. Было чертовски непросто это сделать. Кстати, ты же помнишь, зачем мы сюда приехали, да? Посмотреть на фейерверки посреди стрёмного леса на мой день рождения? Да ты шутить умеешь. Так, здесь мне нужно отыскать семейное надгробие, я помню. Так, ладно, пока я возвращаюсь к тебе, попробую отыскать путь на кладбище. Хорошо, хорошо, попробуем. Спасибо еще раз. Мне правда понравился фейерверки. Это много для меня значит. Серьезно? А что мне мешает здесь прийти? Попробуйте найти ключ и попасть внутрь, да? Конечно, здесь закрыто. Ну, конечно, как обычно. Так, проверить другую машину. А здесь есть еще машина другая? Ладно. Идем, идем посмотрим. Но мы вентиль так с вами не нашли, чтобы пройти в то помещение. Так. Так, надо как-то это открыть. Может, руками? Так, найдите подсказки, чтобы забраться в машины. А может, ты попробуешь просто, ну, рукой там дернуть, не? Нет такого желания. Понял, у меня уже есть желание вообще, в принципе, дернуть отсюда. Давай проверим. Понятно. Так, меня пока месяц это не интересует. Хорошо, что тебя туда интересует. Как отсюда дернуть? А как сюда попасть? Я хочу сюда попасть. Я хочу сюда попасть, но попасть я сюда не могу. Во-первых, я застрял. Я застрял, все. Я полностью застрял, да. Даже идти не могу. О, все, могу. Так, сюда я могу пройти только через... Через, да. Угу, окей. Ладно, давай искать. А, погоди, а сюда? А ну, смогу обмануть игру, да? Смог, прикинь. Вот это я смартфон. Так, хорошо. Здесь закрыто. Ты, как обычно, не сможешь пару досточек сломать. Так. Здесь у нас потрошки. Ну, возьми какой-то камень, я не знаю, ломик, либо... Вот что-то возьми и разбей окно в машине.
Так, прыгнуть я тут не могу, хорошо. Качели тоже. А здесь тоже эти сипы, да? Я смотрю, ты сипанный у нас. Просто подходишь к чему-то и начинается сипание. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Давай смотреть. Мне нужно найти подсказку, чтобы... Найти подсказку, чтобы найти ключик. Чтобы открыть дверку. Но я, если честно, тут без понятия. Ну реально, ну можно взять, не знаю, там ствол. О, тем более, у тебя же пистолет есть. Можешь в окно выстрелить. Попробуем. Попробуем в окно выстрелить. Ну да. Машина, наверное, из адамантия, да? Если так говорится, машина из росомахи сделана. Ну все, я смотрелся. Дальше тупик. Дальше не пройти. Та машина закрыта. Сюда тоже не пройти, да? Я так понимаю. Конечно, тут закрыто. Ага, сюда дальше не пройти. Наверное, сюда можно пройти только через машину. Ладно, игра. Давай. Давай я еще минут 40 побегаю. Попробую поискать. Так. Смотрите территорию, найти подсказки, чтобы забраться в машины. Какие подсказки? Какие подсказки? Нужно как-то открыть руками. Открой, пожалуйста. Просто открою руками. Держу в курсе, это так делается. Держу в курсе, это делается руками обычными. Все, пока не интересует. Ну, чуть тебя интересует? Крица, что тебя интересует? Скажи мне, пожалуйста. Так, тут закрыто, тут закрыто. И по воронам не пострелять, и... И туда и не пройти. Ладно, ладно, давай еще раз попробуем оббежать эту территорию. Так, здесь, по-моему, мы не были, да? Давай вернемся, и тут налево, по-моему, да? Да. А тут закрыто. А я даже подпрыгнуть не могу. У меня чисто... Ну, то есть чисто физически здесь нету прыжка. Здесь только кувырок. Угу. Так, вот тут какие-то надгробия. Наверное, нам сюда и надо. Как нам попасть сюда? А попасть нам, наверное, через... Так, прочитать. Раз ты уже даже... Не старайся приходить на работу вовремя, я все закрыл и ушел домой. Ключи от машины спрятаны в обычном месте. Так как мне известно, что ты растяпа, напоминаю, обычное место находится за одним из надгробий в форме креста. Уверен, даже ты поймешь. Wonderful. Wonderful. It's a wonderful life. Так, раньше здесь это было, не припоминаю. Так. Осмотрите, поищите ключ. О, есть. Но здесь это правильный ключ. Ой, а сейчас на нас будет монстры охотиться, да? Так, похоже, твари становится больше. Так, иди обратно и открой машину. Хорошо. Надеюсь, это от этой. Да. Все, пожалуйста, сядь в машину и уезжай сюда. Хватит, как говорится. Так, деталей нет. Но есть немного патронов. Что же, своего рода... Своего рода шо? Че он вечно зихает, падла? А, типа все, мы на этом закончили обыск, ладно.
Ну, навряд ли, наверное, будет ключ подходить от этой тачки, да? А, не, ты гляди. Ты гляди, как раз подходит. Здесь всего один рычаг, господи. Как же мне не хочется копаться в этом мусоре. Так, мы с вами получили... рычаг, осмотрите мусорки. А, вот, теперь можно в помоечке порыскать. Это хорошо. Хорошо. Так, давай. Хорошо, собрали. Все равно мало, да? Мало, говоришь, тебе. Помоечки, блин. Вот копаюсь в помоечке, и прям такое чувство, что World of Tanks играю. Знаете, прям как-то аж тепло на душе становится. Так что... Что, идемте еще попробуем. Найти помоечку. Так. Мне нужно найти способ. Сейчас найдем. Так, где-то тут еще вроде, да, помоечки были. Вот еще помоечка была. Все, штукенция вроде работает. Так, оглядитесь в поиск недостающего вентиля. Понимаешь, что мне сейчас вентиль искать надо, либо вентиль мы уже нашли с вами. Так, да. Можно ли как-то это все выключить? Так, хорошо. Это то есть мне нужно найти вентиль. Надеюсь... Вентиль находится тоже в помоечке. Так, вентиль, вентиль, вентиль. Вентиль, ты где? На любоде помоечка. Так, меня это не интересует. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, сюда не забраться. Может, тут вентиль лежит? Не? Алло. А, уйди ты, ё-моё, топчись. Это... Не, на ешку не нажимается. А здесь на ешку тут тоже не нажимается. Хорошо, хорошо. Где же может быть вентиль? Возможно, вентиль может быть на детской площадке. Возможно. Возможно, нет. Возможно, тут вентиль. Ля, у меня ешка не нажимается. Это так и надо, типа. Мы все нашли. Алло, игра. Ну да, ешка не нажимается. Тут два варианта. Либо мы нашли все, что мы искали. Либо у меня игра за... Ага, не, работает. Он начинает говорить, да. Ладно, давай к машине подойдем. Давай подойдем к машинке. А машинка закрыта полностью. Ну, тут два варианта, детская площадка остается. Мы с вами все помойки обыскали уже. Так, а на детскую площадку как мне попасть? Ага, помню. Вроде-вроде помню. Так. Новое предчувствие, да? Наверное, как только мы сейчас с тобой найдем рычаг. Ой, на нас нападут. А? О, здорово. Почему я не удивлен? Говорится, почему я не удивлен? Ля, как его поливает. Попробуй выжить. Да попробовать я попробую, но мне как бы... Нужно этот, как его, найти рычаг, или он будет в тебе. Или рычаг будет в тебе, скажи честно. Так, где ты? О, здорово. Так, а что это за бред? Это типа псевдопёс, да? Псевдо-псевдо-псевдо. Арчи, попадай, пожалуйста.
Арчи, пожалуйста, попадай. Я не попадаю в него. Так. Все? Так, господи, настоящее безумие, что здесь творится. О, а вот и... What the fuck is going on? Забирай, пожалуйста, рычаг. Так. Это может пригодиться. Да, будем вместо руля его использовать. Так. Делать. Все, побежали, залутаем потрошки. Побежали, залутаем потрошки с вами, ребят. Пойдем вставлять вентиль. Так. Дай хотя бы 12 штучек, потому что что-то я уверен, что нас там тоже нападут. Да ладно, что их никто из вас не брал руль в руки и не делал так. Не поверю. Ладно, девочки, может, так и не делали, конечно. Но... Вот парни по-любому. Так. Хопа, хорошо. Побежали. Сколько у нас там патрошков, ты говоришь? 24. Киюшки, давай попробуем еще взять. Просто чтобы у нас было 234, 72, 15. Где-то так патронов и будет хорошо. Да, 29, 12, ладно. Так, надо найти способ открыть это. Да, мы сейчас откроем. Не переживай, сейчас откроем. Так, побежали. Опа. А ты шо? Проще пареные репы. Тогда согласен. А теперь, наверное, нужно включать, да, все? Ага, загадка. Очередная загадка. Так, как эта хреновина работает. Так, вниз, вверх, вниз, вверх. Ну? Не? Это так не работает? Так, хорошо, не могу же быть настолько тупым. Да, походу можешь. Ну ладно, это вверх, смотри. Это вниз. А это... Это вверх. Это вверх. Во, все правильно. Так. Побежали. Пройдите на загражденную территорию через подземный туннель. Окей, давай, пошли. О! Что за чертовщина? А вот и наш братик, да, тут бегает? Так, сейчас только одну секундочку. Крис, одну секундочку. Кое-что нужно посмотреть. Так, сейчас. Сейчас, Крис, все будет. Да, вот так. Побежали. Или мы уже в следующей серии с вами посмотрим, что здесь происходит. Или в этой побежали. Жесть. Я тоже не люблю, когда меня за уши дергают, когда с днем рождения поздравляют. Вот, ребят, что бывает. Когда вы дергаете своего друга за ухи, когда у него день рождения, может, говорится, голова оторваться, так что прекращайте. Так, бонжур. О, а вот и сестренка. Вот и оно. Думаю, ты получила свой ответ. Лиза и Майкл, мама и сын. Так.
И никаких упоминаний о старом добром отце маньяке с топором. Это был дробовик, не топор. Прекрасно помню ощущение от попадания в меня картечи. Блин, прости, Марти. Шутка была дурацкая. Нормально все. Главное, что мы все узнали, да? Давай попрощаемся и вернемся к машине, прежде чем какой-то тупой коп обнаружит ее. И теперь мы знаем, куда идти дальше. Неподалеку есть полицейский участок, уверена. Именно там приняли звонок в тот день, когда папа с катушек слетел. Возможно, там найдется какая-то информация о том, что же с ним произошло. Думаю, эта зацепка не хуже остальных.